Президент клуба главных редакторов Кенжебулат Жолдубай проводит семинар для министерских пресс-секретарей. Последние чутко внимают лекции. Вопрос вопросов. Как им теперь сотрудничать с газетами и телеканалами? Офисный планктон перестраивается под новый тренд. Налогоплательщик отныне желает читать и видеть исключительно острые материалы. А вот то, что, допустим, они платят, поэтому ты только говори положительные, мне кажется, в корне неверный подход. Вот. Они платят для того, чтобы на самом деле тоже СМИ помогали устранять эти недостатки. СМИ сегодня показывают эти недостатки более ярко, более объемно, более обширно, чем как до этого было. Мне кажется, критика всегда присутствовала. Просто в каких дозах и каким образом они присутствовали. Тут пытаются сказать, мол, раньше государственные медиаресурсы и без того были остры, но их ведь заново заточили на злобу дня. Главный телезритель и читатель – это Нурсултан Назарбаев. Вот он возмущается по поводу информационной повестки дня, то есть по поводу качества и контента. Поэтому я требую, чтобы каждый по своей отрасли, по своей части жестко работали над выполнением не только программ, но и указаний, которые даются по ликвидации недостатков, которые имеются в работе правительства, министерств и ведомств. Это касается идеологической службы внутри страны. Это касается работы средств массовой информации. После такого благословения свыше жесткости, смелости и гласности официально как бы зеленый свет. Журналисты подконтрольных власти изданий названивают политикам и экспертам с одной единственной просьбой – дать как можно более звонкую оценку работе Кабинета министров.